Я тебя жду. Ручки помыл? Нет. Давай руки мой. И садись. С чаем напою ее хоть. Зарин, может, чай будешь? Нет, я не могу. Ну, папа пила. Я говорю, что будешь кушать? Я говорю, суп будешь? Не, я вчера суп ела. Я говорю, один раз в сутки должен суп быть в желудке. Его каждый день надо есть. Я вчера его ела. Ну, что-то я замерла. Пойду в душ посижу, в ванну горячую набрать. Полегче становится, ага. Массаж делают. Что, два раза, что ли? Вот. Я в том году так же была. Раз в год. Видать. Свой заскок. Ну давай, 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 я же жду, сижу тут. На ногах стою. Умница. Присаживайся. Так, давай без баловства только, пожалуйста. Вы только как папаши приходите, так все. Давай лопай. Мне нужно еще посадить. Не надо нам посадить, ты даже еще не попробовал. Ну как, вкусно? Кстати, я в садике пионерку бил. Да пора бы уже. Че выпендриваться? Да хватит, разломала уже сейчас. Тарелку разломаешь. Я тебе пальцы разломал. Давай, давай, кушай. Я тебе пальцы разломал. Кушаем. Молтаем меньше. Сейчас тетя скажет, что ты нехороший мальчик, что ты кривляешься. Мама должна одна только кривляться на камеру. А ты должен показывать, какой ты воспитанный. Вот. На салфетку. Вперед. Вытирай губки. Там мне Заина мазогубки у папасы. Сейчас конфетку принесу. Кстати, мам. Сейчас приду. И с ночью я буду тоже писать. То сразу одевайтесь и вот так вот мойте руки, а потом готовьте и есть полезную еду с руками. Зарина, подойди, пожалуйста, за конфетками. Вот, это тебе для конфеты.